Так, Макс, можно типичный пример в тему Карнеги, не имел друзей, написал книгу «Как завоевать друзей». Да, вот, кстати, насчет этого. Может, обязательно. Почему может? Потому что человек может иметь прошлые наработки. Ему не обязательно иметь с кем-то сейчас отношения, к примеру, семейные, для того, чтобы обучать других, чтобы люди создавали счастливые, гармоничные отношения. У него это может быть в структурах души, как опыт, как информация.